Гороскоп на 8 апреля 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В субботу овнам может быть трудно, порой даже очень, но вас это не заставит сдаться и отказаться от задуманного. Порой вы проявляете упорство и настойчивость даже там, где без них можно было бы обойтись. Окружающим это кажется очень забавным, не исключено, что они начнут над вами подшучивать. Будет шанс хорошо провести время, друзья позаботятся о том, чтобы вы не скучали. Не исключены перемены к лучшему в семье. Близкие охотно поддержат ваши идеи, помогут в осуществлении задуманного, дадут полезные советы. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. Овнам сегодня крупно повезет в вопросах работы и карьеры. Однако, радость от своих головокружительных побед вас покинет сразу после возвращения домой. Очередной скандал со второй половинкой напрочь испортит вам настроение и заставит вас погрузиться в себя. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Сегодня Овна ждет немало переживаний по поводу новой влюбленности. Если вы прислушаетесь к мудрому совету родственника, то все мигом встанет на свои места. Гороскоп обещает Овну плодотворное сотрудничество с западной фирмой. Благодаря совместному бизнесу вы сможете значительно продвинуться вперед и стать состоятельным человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Здоровье Овна чрезвычайно уязвимо и может стать источником многих неприятностей. Возможны инфекции, воспаления, которые следует своевременно лечить. В это же время полезно пить травяные отвары и настои, предохраняющие от болезней. Следует помнить, что сильное голодание для представителей знаков огня не всегда показано. Постоянная диета и воздержание огненным знаком вредят. И кроме того, делать это постоянно нельзя, только в течение первой фазы Луны, затем необходимо сделать перерыв. Личный гороскоп. Неблагоприятный в физическом плане день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем, травма или эмоциональный стресс. Контролируйте свои эмоции. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами, действуйте только проверенными способами. В субботу для Тельца день спокойный и благоприятный, хорошо подходит для того, чтобы поразмышлять о прошлом, подвести итоги, проанализировать допущенные ошибки. Вы не увлекаетесь самокритикой, а просто делаете выводы. Такой подход позволяет избежать напрасных переживаний. Возможно, неожиданные встречи с людьми, с которыми вас прежде связывали непростые отношения. Сейчас можно возобновить общение, но уже на ваших условиях. Появляются новые интересы, некоторые тельцы именно в этот день примут решение о том, что нужно начать или продолжить учебу, повысить квалификацию. К тому же вы найдете применение знаниям, полученным раньше. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцы в этот день лишатся поддержки своих давних союзников. Все служебные проблемы и трудности вам предстоит решать, полагаясь только на себя. Однако именно это станет причиной вашего резкого продвижения в делах и карьере. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Сегодня тельцу будут приписывать много заслуг, романов и сумасбродных поступков. Если вы чувствуете, что все откровенная ложь, то не пытайтесь оправдываться, а лишь промолчите и улыбнитесь. В личном бизнесе тельцу предстоит жесткая борьба за место под солнцем. Хотя после нее многие конкуренты перейдут на вашу сторону. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вероятны неожиданные обстоятельства, которые могут разрушить все планы тельцов. Благоприятны контакты, новые знакомства, но не дальние путешествия. Вам необходимо действовать быстро, экспромтом и согласно обстоятельствам. Личный гороскоп. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и позволят взглянуть на мир с неожиданной точки зрения. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты. Все будет зависеть от духовных и материальных накоплений предыдущих месяцев. Контролируйте свои эмоции. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. В субботу у близнецов отличный день, обещающий массу приятных событий и позитивных эмоций. Можно найти союзников и единомышленников, договориться о совместных действиях с людьми, способными на многое.
Не исключены денежные поступления, которые окажутся очень кстати. После полудня можно делать покупки, в том числе незапланированные. Полезным будет общение с женщинами, которых вы хорошо знаете. Они дадут полезные советы, подскажут, как лучше поступить в неоднозначной ситуации. Во всем, что касается отношений с любимым человеком, можно положиться на интуицию, ее подсказки безошибочны. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы в этот день будут расточать вокруг флюиды добра и позитива. Слова поддержки из ваших уст услышат и коллеги, и начальство, и близкие друзья. Вечером кто-то из них щедро отплатит вам за доброту, например, с помощью ужина в ресторане. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам интересные встречи, торжества и выступления на собрании. Вы постараетесь объять необъятное, что может подорвать здоровье. Ограничьте себя от общения с людьми, которые настроены на вас негативно. Вечером близнецы получат известие от дальнего родственника, которому необходима ваша помощь и поддержка. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятный день. Многие близнецы будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги удовлетворят их потребности и помогут притворить мечты, то может возникнуть ощущение полного счастья. Личный гороскоп. Благоприятное время для планирования предстоящих дел. Советы друзей или родственников окажут неоценимую помощь. Новые идеи позволят разрешить накопившиеся проблемы. Те, кто работает по контракту, сегодня смогут получить постоянную работу. Не исключено, что у вас появится возможность сменить место жительства. В субботу, раки, вы очень остро реагируете на все, что происходит. Часто печалитесь и расстраиваетесь из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Близкие стараются вас поддержать и развеселить, но отступают после нескольких неудачных попыток. Только вы сами можете справиться со своим плохим настроением. Могут возникнуть финансовые трудности. Они носят временный характер, и вы это знаете, но все равно всерьез беспокоитесь о своем будущем благополучии. Стоит воздержаться от необдуманных покупок, нежелательно заключать сделки. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам очень пригодятся знания из области психологии. Сложный вопрос, который возникнет в начале этого дня, потребует от вас огромной концентрации усилий. Самой же крупной проблемой для вас станет неумение сосредоточиться и неготовность пойти на компромиссы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня Рак будет безукоризненным исполнителем, как в коллективе, так и в семье. Все, о чем вас попросят, вы мгновенно выполняете, качественно и от души. Для того, чтобы улучшить материальное положение, Раку понадобится помощь друга. Если вас пригласят в гости друзья, то нежелательно засиживаться до утра и злоупотреблять алкоголем. Гороскоп «Дом» на сегодня. Определившись с задачами, вы способны проявить себя как неутомимый труженик, самостоятельный и упорный. Проявите стойкость и оптимизм. Личный гороскоп. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности. Попробуйте повернуть дела так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Не давайте необдуманных обещаний в денежных вопросах. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. В субботу у Льва отличный день. Отложив все дела, вы восстановите силы и хорошо проведете время. Стоит подумать о будущем. Появятся новые идеи, неожиданные и интересные. Возможны удачные поездки. Даже если в дорогу придется собираться быстро, вы ничего не забудете, не упустите из виду. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны проявлять легкомыслие в финансовых вопросах, тратить слишком много. Нежелательно делать покупки в кредит, поскольку рассчитаться будет труднее, чем вам сейчас кажется. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Львы в этот день сделают все, чтобы завоевать профессиональный авторитет. Прежде чем предлагать свою кандидатуру на новые задания и проекты, подумайте, как ваша загруженность отразится на близких членах семейства. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Если Лев правильно оценит свои возможности и подсчитает средства, то может смело покупать билеты на самолет и отправляться в путешествие. Только не забудьте сначала доделать то, что планировали. Шеф доволен работой Льва, поэтому можно рассчитывать на премию.
Гороскоп советует вам быть внимательным при переводе денег на карточку. Гороскоп Дом на сегодня. Счастливое стечение обстоятельств поможет извлечь личную выгоду из затруднительной ситуации. Романтические знакомства обещают удивительные приключения. Удача ждет львов, занятых в сфере образования, спорта, искусства. Днем разумнее не выступать в роли переговорщика. Не следует злоупотреблять алкоголем на фуршетах и неофициальных встречах. Личный гороскоп. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами. Действуйте только проверенными способами. В субботу у Девы отличный день для общения, хорошо проходят деловые и личные встречи. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми, они порадуют приятными известиями и интересными предложениями. Можно отправляться в поездки, они окажутся удачными и интересными. Некоторые девы в пути завяжут интересные знакомства. Наступил подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с людьми, с которыми вы в последнее время часто ссорились. Стоит поговорить по душам. Выяснится, что многие проблемы были надуманными, а разногласия – пустяковыми. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Настроение Дев в этот день будет колебаться от очень хорошего до состояния на нуле. Большой проблемой для вас станет внезапная простуда, по вине которой вы не сможете завершить ранее начатые проекты. Девы будут наслаждаться обществом любимого человека. Некоторых представителей знака ожидают запоминающиеся свидания и романтические предложения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Дева будет весь день думать о том, где найти высокооплачиваемую работу. Вы можете обзвонить друзей, дать объявление в газету и использовать старый добрый прием «сарафанное радио». Вечером Дева может познакомиться с человеком, который станет для нее другом и превосходным любовником. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многие сегодня будут способны действовать с энтузиазмом, вкладывая в дело всю свою энергию, и постоянно экспериментировать со всеми возможными типами человеческих взаимоотношений. Расположитесь к творческому восприятию действительности, это поможет вам значительно увеличить свои шансы на освоение новой деятельности, сменить образ жизни и даже место жительства. Личный гороскоп. Критический день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем. Все будет зависеть от духовных накоплений предыдущих месяцев. Контролируйте свои эмоции. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. Вам просто необходим небольшой отдых. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности. В субботу для весов очень благоприятный день. Вы легко ладите с людьми, производите хорошее впечатление, понимаете даже тех, кто сам точно не знает, что хочет сказать. Будет возможность помочь старым знакомым, которые когда-то оказали вам важные услуги. Не исключены неожиданные визиты и встречи, которым вы будете очень рады. Удастся решить важные финансовые вопросы. Не исключены денежные поступления, в том числе значительные. Смело делайте покупки. Вкус вас не подведет, приобретенные вещи долго будут радовать. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам следует отказаться от построения планов на будущее. Живите тем, что имеете на данный момент. Уже этим вечером ситуация вокруг вас изменится к лучшему, что не потребует от вас никаких усилий. Многие весы смогут навести порядок в отношениях с близкими, прояснив какие-то неоднозначные моменты. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп не советует весам увиливать от домашних дел, иначе скандал в семье разразится грандиозный. Если есть возможность, то на работе возьмите отгул, а машину отправьте на диагностику. Жить по правилам у весов вряд ли получится, но старайтесь не наступать на те же грабли в личной жизни. Вечернее время посвятите любимому хобби и чтению книги. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня весы могут быть чрезвычайно энергичны. Хороший период для начала новых дел, путешествия и занятий спортом. Возрастание сексуальной притягательности будет замечено представителями противоположного пола. Займитесь реорганизацией производства, покупкой дорогих вещей, а также предметов долговременного пользования. Сатанинский день. Эмоциональная напряженность может привести к серьезным конфликтам.
вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия. Прислушайтесь к советам доброжелателей. В субботу для Скорпиона благоприятный день, особенно хорошо подходящий для новых и необычных дел. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, перенимаете полезный опыт, решаете привычные задачи неожиданным способом. Будет возможность пообщаться с людьми, совсем не похожими на вас. Такие встречи помогут взглянуть на мир по-другому. Это подходящий день для того, чтобы принимать решения, касающиеся будущего, как ближайшего, так и отдаленного. Сейчас вы правильно оцениваете свои возможности и можете точно сказать, какие последствия будут иметь те или иные поступки. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы сегодня почувствуют себя в тупике. Ваши идеи и планы будут сильно спутаны внешними обстоятельствами. Не опускайте руки, не отказывайтесь от задуманного. Наберитесь терпения и постарайтесь воплотить в жизнь свои задумки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Новый подход к работе и креативное мышление помогут Скорпиону добиться невероятных высот в карьере. Начальство в восторге от ваших идей, поэтому решит назначить вас ответственным за масштабные проекты. Небольшие промахи в личной жизни обернутся Скорпиону дорого. Укрепляйте иммунитет и купите абонемент в бассейн. Гороскоп «Дом» на сегодня. Увлечение новыми религиями и учениями может обернуться вовлечением в какую-нибудь секту. Опасности исходят от иностранцев. Учеба также может преподнести неприятные сюрпризы. Избегайте увлечения оккультизмом, берегите свою душу, не впускайте в нее духовных агрессоров. Личный гороскоп. День благоприятен для важных покупок, приобретений. Забудьте о неприятностях. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты. Все будет зависеть от духовных и материальных накоплений предыдущих месяцев. Раскрепоститесь, будьте проще. Возможно, что в вашей жизни наступит период светлой и чистой любви. В субботу, стрельцы, не спешите с выводами и умозаключениями. Сегодня вы многое понимаете и оцениваете неправильно, поэтому можете совершить серьезную ошибку. Нежелательно решать финансовые вопросы, делать крупные покупки. Вообще, с деньгами нужно обращаться осторожнее. Внимательно наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Сегодня у вас будет шанс вывести на чистую воду тайных недоброжелателей, понять, кто и почему портит вам жизнь. Откровенничать стоит только с самыми близкими людьми, с остальными делиться секретами не стоит. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцам сегодня удастся с огромной пользой для себя завершить давнее противоборство. Коллега, с которым вы общаетесь на ножах, сам сделает шаги к примирению. Ваша задача – отбросить прочь свою гордость и сказать ответное «да». Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Стрелец решит набраться смелости и пойти к начальству с требованием повысить зарплату. Если шеф будет в настроении, то вы добьетесь того, на что рассчитывали. Гороскоп предупреждает, что в личной жизни не стоит забывать про порядочность и верность. Иначе стрелец попадет в неловкое положение и будет долго оправдываться перед избранником. Гороскоп «Дом» на сегодня. Уровень вашей активности будет находиться на высокой отметке. Для стрельцов открываются пути дороги во всех направлениях. Очень важно, чтобы устремления вдаль не заслонили ближний обзор и не затмили близких людей. Личный гороскоп. Не исключено, что сегодня у вас появится возможность сменить место жительства или сферу профессиональной деятельности. Ваши личные отношения с партнером могут зайти в тупик, либо потребуют непредвиденных расходов. В субботу у Козерога отличный день. Легко завязываются знакомства, можно найти новых друзей и союзников. Не исключены встречи, которые получат романтическое продолжение. Вероятны подарки и сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы ловко воспользуетесь. Удастся на многие вещи взглянуть по-новому. Это поможет в решении накопившихся проблем. Будет возможность хорошо отдохнуть. Не стоит сидеть дома. Порадуют и прогулки, и небольшие поездки. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Основной проблемой Козерогов в этот день станет общение с близкими родственниками. Ваш отказ принимать решения большинства членов семьи спровоцирует их гнев и недовольство.
Если к вечеру ситуация не изменится, лучше переночуйте у кого-то из давних приятелей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерогу поступит выгодное предложение от партнера, живущего за границей. Не бойтесь рисковать и экспериментировать, ведь вашему трудолюбию можно позавидовать. Для смены жилья, переезда и покупки автомобиля не самый удачный день. Но если Козерог все запланировал заранее, то не стоит переживать за результат своих действий. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для очищения организма, косметических процедур. Посетите косметический кабинет. Массаж лица и питательные маски улучшат вам настроение и самоощущение. Вам есть что выбрать из ряда питающих, восстанавливающих, придающих блеск и объем шампуней для ухода за волосами. Если вы будете выглядеть на все 100%, считайте, что задача по оздоровлению вами решена. Личный гороскоп. Критический день. Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности. В субботу Водолеи старайтесь не слишком волноваться. Этот день будет довольно напряженным, но все же не таким плохим, как может показаться с утра. Мелкие недоразумения, проблемы – не повод отказываться от задуманного и менять планы. Можно обратиться за помощью к друзьям, они поддержат вас во всем. Вы настроены не слишком серьезно, поэтому порой забываете о делах, не торопитесь выполнять обещания, которые дали раньше. Ваше легкомыслие может раздражать окружающих. Но едва ли кому-то всерьез навредит. А вот чувство юмора часто выручает. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Все поступки водолеев в этот день не будут поддаваться какому-либо логическому объяснению. Вы с большим энтузиазмом приметесь за служебные дела, потом внезапно к ним полностью охладеете. Вечером близкие не смогут понять, почему вы злитесь на них без веской причины. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею соблюдать субординацию, общаясь с начальником и пожилыми родственниками. Если вы случайно перейдете грань дозволенного, то сами пожалеете об этом. Жить по расписанию не так скучно, как раньше казалось Водолею. Финансовое положение чуть хуже, чем пару дней назад, но есть перспективы на лучшее. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что у Водолеев с активным, беспокойным характером в жизни и карьере будет много перемен и конфликтов. Они будут склонны к авантюрам, риску, в том числе в денежных делах и в операциях с быстрым оборотом средств. Вам нужно упорядочить свой образ жизни. Чувство меры – основной ваш ориентир. Личный гороскоп. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. В личной жизни мужчинам-водолеям звезды советуют проявить великодушие, простить обиды. Женщин-водолеев звезды предупреждают о возможном скором завершении любовной связи. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. В субботу для рыб благоприятный день, события которого наверняка вас порадуют. Будет возможность заняться любимым делом, уделить время близким, побывать в тех местах, которые давно вас интересовали. Активный отдых вдохновляет и бодрит, дарит заряд энергии, которая не будет лишней на следующей неделе. Разумная осторожность помогает избегать ошибок, не делать того, о чем позже придется пожалеть. Вы не тратите лишних денег, не делитесь своими секретами с кем попало, доверяете только людям, которые этого заслуживают. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Родственники в этот день будут буквально разрывать рыб на части. Одному помочь, другого поддержать, а третьего отвезти в поликлинику. У Рыбы нет других срочных дел, то займитесь домом, семьей и заботой о родне. Возможно, неожиданное знакомство с человеком, с которым вы давно хотели встретиться. Гороскоп «Дом» на сегодня. Будничные дела помогут рыбам привести в порядок эмоции и лучше понять, как именно надо видоизменить рабочий процесс, чтобы освободить время. В этот день вам лучше не заниматься ничем новым, поскольку самочувствие и концентрация внимания не на высоте. Постарайтесь избавиться от всего ненужного. Личный гороскоп. День символизирует восстановление связей
здоровье, обретение утерянных вещей. Многое может сегодня к вам вернуться. Необходимо раздать старые долги и посвятить себя бескорыстной помощи тем, кто в вас нуждается. Искреннее отношение к людям и самопожертвование принесут вам моральное удовлетворение. Однако остерегайтесь завышенной самооценки. Огромное спасибо, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!